Четвертый день. Надежда Марии. Папа Бенедикт XVI сказал: «Человек жив, пока он чего-то ждет, пока в его сердце живет надежда». Дева Мария умела ждать, быть терпеливой, день за днем верять свою жизнь Богу, даже тогда, когда в ней царили тьма и боль. В своих посланиях она ободряет нас: «Деточки, усердно молитесь, ибо сатана силен и хочет убить надежду в ваших сердцах. Молитесь сердцем, детки, и не теряйте надежду, ибо Господь любит свое творение. Поклоняйтесь Ему, и пусть ваше упование станет надеждой для сердец, в которых нет Иисуса. Пусть надежда потечет через ваши сердца, как река милости. Я смотрю на вас и вижу в ваших сердцах смерть без надежды, беспокойство и голод. На пути веры мы никогда не должны сдаваться, потому что недоразумения, ложные суждения, страхи, постоянные падения и разочарования встречаются в жизни каждого человека, идущего по пути святости. Когда Бог входит в жизнь человека, вместе с Ним в жизнь приходят и трудности. Однако вместе с трудностями в жизни присутствует и Божья помощь. Мария, сопровождай нас, бодствуй над всеми нами и направляй нас в нашей повседневной жизни ныне и в час смерти нашей. Дорогие дети, да не будут ваши сердца ожесточенными, закрытыми и исполненными страха. Позвольте моей материнской любви осветить их и наполнить любовью и надеждой, чтобы я, как Матерь, утолила ваши боли, ибо я знаю их, я испытала их на себе. Боль возвышает, она самая великая молитва. Мой Сын особенно любит тех, кто страдает от боли. Он послал меня утолить ее и принести надежду. Доверьтесь Ему. Я знаю, что вам тяжело, потому что вы видите вокруг себя все больше тьмы. Дети мои, необходимо разбить ее молитвой и любовью. Тот, кто молится и любит, не боится, ибо у него есть надежда и милосердная любовь. Он видит свет и моего Сына. Я призываю вас, как своих апостолов, постарайтесь быть примером милосердной любви и надежды. Снова и снова просите о еще большей любви, потому что милосердная любовь приносит свет, который разбивает любую тьму, приносит моего Сына. Не бойтесь, вы не одни, я с вами. Прошу вас, молитесь за своих пастырей, чтобы любовь ни на секунду не оставляла их, чтобы они с любовью трудились ради моего Сына, через Него и в память о Нем. Спасибо вам. Мария, с тобой мы в безопасности, рядом с тобою надежда не умирает. Святой Иоанн Павел II сказал: «Медюгорье – это надежда для этого мира». Матерь надежды, вдохнови нас своим примером. Ты сияешь для нас, как яркая звезда посреди темной ночи этого времени. Ты говоришь: «Вы моя надежда, вы моя радость». Говоришь, что тот, кто молится и любит, не боится, и у него есть надежда. Сделай нас похожими на Тебя. Своей надеждой открывай наши сердца для рождения Иисуса, чтобы Он стал нашей единственной надеждой. Помоги нам быть Твоими протянутыми руками, руками любви для тех, кто потерялся и у кого
нет больше надежды. Вместе с Тобою мы просим, чтобы осуществлялись Твои намерения и планы мира. Аминь. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри молений наших, скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, Утешительница наша. Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, Сыну Твоему отдай всех нас. Аминь. Царица мира, молись за нас.